жесткий, блядь. Юра, еще чуть тише, можно? Так, ну что, доброе утро. Выходим, 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 присоединяемся. Сегодня пришли мои друзья, мастера спорта по армрестлингу. Все в таком находятся в несколько промежуточном состоянии. Не то что на подготовке, но как всегда раз в 5-6 недель мы с друзьями боремся. Буду сейчас вам их показывать. Те, кто знают, те знают. Это Алексей. Это Дмитрий Петрожицкий. И сейчас мы тут устроим маленький батл. Лёшка разминается, а я обычно не разминаюсь. Привет Нальчику, привет Белгороду. Всем привет. Так что сейчас ожидаем буквально минутку. Лёша очень крепкий парень. Дима вообще стальной парень. Сейчас они будут меня разматывать здесь. Как сардельку, как сосиску. Ты что, готов? Саня, с Димкой начни. А? С Димкой начни, я посмотрю. С Димкой начни. Тогда держи камеру. Вспомню. Я вспомню, как это делается. Саня, на вас посмотрев. Саня хочет боя, блядь. Так, ребята, пока комментарии не могу отвечать, потому что... Так уже пошли комментарии, вот тебя уже спрашивают. Саня, ты че? Он уже, смотри, вопросы. Ничего страшного, вопросы пока оставим. Поехали. Саня, может чуть стол туда чуть отодвинуть? Вот да, к стене, блин, вот так даже. Да, серьезно встали. Держать, держать, держать. Да, да, мы держим. Мы стоим тут на полу, видишь? Саня, в тебя верят, Саня. Ребята пишут. Тихо, не ругаемся, не ругаемся. Идет съемка. Только корректное выражение. Не растягивайся, Саня, не растягивайся. Да не растягивайся. Держи угол. Плечо не уводи. Наоборот, сгруппируйся. Но было так. В чем корпус ложится? Так, ребята, это же армрестлинг. Кто вам говорит, что это борьба одних рук? Это техника. Кто-то работает плечом, кто-то всем корпусом. На самом деле работает весь организм. Виталька, ты сделал? Уходим на отжимания. 4 по 20, сидя. Сидя? Ага. Фу. Технически я явно не обладаю. Ну, техника у ребят у всех разная, в зависимости от того, что, чего, как работает. Кто работает верхом, кто работает крюком. На самом деле, вот Алексей сейчас придет, увидите в борьбу, на правой руке он работает, а верхом и на левой крюком. И причем у него техника за несколько десятилетий уже точно так, что с ним очень тяжело работать. Привет, Калуги. Нальчик, еще раз привет. Дыхание тяжелое? Конечно. Тут статика. Статика жесткая, нагрузка на руку килограммов 70, а то и 80 приходится. Фух. Сейчас у нас придет Леша, и мы начнем работать. Так, где тут у нас наш заслуженный мастер спорта? Что, он убежал в туалет? Питер, Чебоксары. Всем привет. Работать крюком, как выходит, так работаем. Привет, Казани. Так, что, Дим, держишь? Аккуратненько. Да, да, да. Ну что? Зачем-то? А? Зачем ты красишься, тебе пишут. Зачем я крашусь? Крюком их всех поломаешь, привет из Украины. У меня у знакомого так кость сломалась. Бур... Привет из Невартовска. Ты молодец. А у нас здесь была Макнери, да? Слушай, Макнери, я не знаю, где она вообще осталась. Что за зал? СКА зал. СКА. Спортивный комплекс армии. Шпаг. Шпаг сделай, маникюр френч.
Цимплинков не желать. Привет из Португалии. Привет со Львова. Сань, у тебя везде друзья. Несерьезно, да? Ух, какая ручонка. Какая детка. Ух, красавчик. У Лехи, глянь. Банка вздула. Классный зал. Классный зал, да. Да, и Саня, это дедушка. Левая. Ухо левая. Давайте смотрите, что он делает с моей левой. Саня, локоть с самого начала к корпусу прижимайте, говорят. Привет из Италии. Пробили. Что за пидор, нихуя себе. Он не пидор, просто фрик, Сань тут пишет. Любит внимание, он прям на него залез, блядь, Леха. Это тебе посвящаю. Зачем он говорит так? Красавчик. Саня, как спину вылечил горбом? Спину я еще не вылечил, спину еще лечу. Саня, как тебе силикон? Так же... Это силикон? Боже, это мужик охуеть. Ремнями надо связаться вам, пацаны. Из Челябинска. Нихуя. Пока всех сдучили, блядь, пишет. Конечно. Это ж не мальчики. Это взрослые дяденьки. Фух. Скажи им, чтоб хуйню всякую не писали, блядь, там наеду, блядь. Фух. Сколько килограмм скинул в таре? Сначала набрал, потом подскинул. А так, собственно, вот так. Сейчас же я набрал подлиннее. Нет, ну я плавно сейчас сомну. Каждый поединок вот такой стрессовый. Ну что, мальчики, девочки, всем спасибо за трансляцию. Это была трансляция, наверное, больше все-таки для парней. Для девчонок покажем тоже что-нибудь красивое. Всем огромное спасибо. Зачем блокировать тех, кто пишет плохое? Им рано или поздно должно это надоесть. Может быть, они еще станут нашими сторонниками. Всем спасибо, всем до свидания и огромное уважение. От ребят вам тоже. До свидания. Трансляция. Трансляция. Останавливайся. Вот, да, в основном, да.